Есть еще какие-нибудь вопросы или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдем к пару вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове. Мой город, это мой город Кишинев. И, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь далеком, я не в далеком, в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хотеть не буду. Щи мои гумини мои. Но жить я уже там, наверное, не буду.